День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, добрый день, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Добрый день. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы начинаем программу «Добро пожаловаться». Олег Пеков в студии. И на ваши вопросы, жалобы, какие-то неясности отвечают наши эксперты. Это председатель Центра консультации собственников квартиры и председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко и Айварс Гонтарев, бывший руководитель «Ригас Наму Парвалднекс». Я все время подчеркиваю, что как бы сегодня, за сегодняшнее состояние дел господин Гонтарев не отвечает, но тем не менее... Используя свой богатый опыт работы, может проконсультировать и даже решить какие-то вопросы насущные. Вот у нас уже начинают работать телефоны 67212-93-9, напомню. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, многоэтажные дома, подвалы, дезинфекции, там дезинфрация... как должна происходить, что вроде есть правила кабинета министра, у которой типа в обязательном порядке, там не знаю, как часто нужно это делать. И есть там, скажем, блохи или грызуны, или нет, все равно надо делать. И кто это решает, нужно, не нужно, или от кого это зависит? Спасибо. Спасибо. Доброе утро. На самом деле... Нету таких очень строгих правил о том, что у вас должны быть постоянные договора с компаниями, которые осуществляют дератизацию и дезинсекцию подвала. Но общие правила содержания, санитарного содержания дома требуют, чтобы грызунов и вредных насекомых в подвале не было. Каким образом вы этого добьетесь, это... Немножко другой вопрос. Ну, как правило, нормальная практика – это когда вы заключаете договор с компанией по дератизации, и она на постоянной основе за относительно небольшие деньги борется с грызунами. То есть это там профилактически необходимо, во-первых, определять источники, откуда они могут, там, способствующие их развитию, размножению и проживанию, и эти места защищать. И плюс к этому необходимо регулирующие химические соответствующие вещества подкладывать. Уже очистка от инсектов всевозможных, особенно блох, это зависит от санитарного, общего санитарного состояния подвала. В первую очередь, есть ли там коты или нет. Потому что основными переносчиками инсектов, особенно таких как блохи, являются коты. Если они в вашем подвале живут, то 100% там у вас будет подвал заселен блохами. Это иногда очень сильно отражается на тех, кто заходит туда. А уже борьба с насекомыми – это за отдельную. Но их тоже надо уничтожать, особенно если предстоят какие-то ремонтные работы в подвале. Это работа. Есть подвалы, где работать просто невозможно. Заходишь в светлых брюках, они тут же становятся серыми от насекомых. Такое тоже есть. Так что здесь... Но от кого это зависит? Это, как правило, эти работы организуют управляющие, включают смету. Но дом, собственники квартир дома могут проголосовать против включения в смету этих работ, и значит, соответственно, возьмут на себя
всю боль и заботу об этих животных и насекомых. Следующий звонок. Доброе утро. Засоряют эфир эти особо умные. Вот у меня вопрос именно по квартире и по этим верификациям счетчиков. Вот, значит, 18 августа будет верификация счетчиков. Но краники эти... Раньше был вентиль, и он вечный, перекрывал воду. Краники эти не работают, да, не закрывают воду. Вот фирма, пока эти краники не поменяют, она не будет делать, да? Она воду не перекрывает в подвале. Ладно. Вот все там стекло, отозвались, быстренько приехали, сделали. Они как раз и работали в нашем доме. А водоканал как нет, так нет. Вот успеют они до 18-го, не успеют поменять эти краники. И главное, вот Силдумы приехали, они все раскрутили и счетчики сняли. Теперь что-то не пошло, они второй раз приехали, опять все раскрутили, счетчики сняли. Но почему они не могут одновременно менять этот счетчик? Это чудо какое-то, да? Теперь вот опять и мастер эти счетчики, эти краники не меняет, вот который, с которым договорились эти счетчики верификацию делать, да, перемена этих счетчиков. Боже мой, какие нервы, как здоровье никакое. И вот это такая волокита, это что-то с чем-то, это просто трата денег. Вот сейчас приедет водоканал, в туалете снимет счетчик, на кухне снимет счетчик, а потом мастер верификационные эти счетчики ставит, эти краники заменит. Боже мой, это что это такое вообще? Нельзя одной фирме все делать, краник менять и счетчики верификацию делать. Это что это такое? Спасибо. Ну, непонятно, к кому вы обращались. Водоканал как таковой, если вы имеете в виду Вига Суденс, вообще обслуживанием квартир не занимается. Это первое. Второе. Любой мастер, который берет ваши счетчики на верификацию, это квалифицированный сантехник, для которого поменять вентиля тоже никакой проблемы не представляет. Если это вентиля на входе в квартиру, то естественно, что эту работу нужно согласовать с домоуправлением, потому что нужно перекрывать воду на стояках, чтобы иначе ничего не получится. Ну а там дальше техническое состояние вашего дома. Можно ли один стояк закрыть или придется закрывать весь дом, спускать? Это уже другие вопросы. Но на самом деле я в вашем вопросе... Конечно, я вам сочувствую, но я не вижу никаких проблем. Там все делают одни руки, если правильно оформить заказ. Спасибо. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Что гласят правила о мусорных контейнерах? Первое. Можно ли размещать на зеленом газоне мусорные контейнеры? Второе. У собственников, жильцов многоквартирных жилых домов, можно ли размещать на частной земле? Ведется ли контроль чистоты мусорных контейнеров санэпидстанции? Четвертое. Ведется ли замер качества воздуха окружающей среды около мусорных контейнеров? Если сравнить выхлопные газы машин, автомашин, то это пряничек по сравнению с выбросами смердящего зловония мусорных контейнеров. И у нас скоро в столице будут эти мусорные контейнеры представлять монументы, как элитные художественные архитектурные достопримечательности, которым выделяются престижные элитные места и территории около фасадов домов и около магистральных автодорог. Спасибо за внимание. Ну, мало что могу добавить. Могу только сказать, что ставить мусорные контейнеры положено в специально отведенной зоне на определенном расстоянии от здания, но как правило, зачастую эти условия выполнить невозможно. При сегодняшних условиях вы абсолютно, в основном вы абсолютно правы. И насчет контроля воздуха только можно произвести по отдельной заявке, оплатив ее. А насчет там выбросов и так далее, это все еще ничего по сравнению с тем, что нас ждет с 1 января следующего года, когда перед каждым домом должен стоять четверткубовый контейнер для пищевых отходов. Вот тогда будет веселье. Ставить его некуда, кроме как под окна, в большинстве случаев. Вот и представьте, пищевые отходы, частота вывоза минимальная раз в месяц,
представить, чтобы 40-квартирный дом натолкал за 2-3 дня четверть куба пищевых отходов, для меня очень сложно, так что будет весело. Будет все вместе. Во-первых, эти контейнеры не герметичные, а обычные контейнеры коричневого цвета. Так что здесь власть о нас думает очень интенсивно. Она заботится, чтобы нам становилось все неприятнее и неприятнее жить в черте города. Да уж, еще один звонок. Здравствуйте. Вот вы там не поняли, я вам скажу. Заявка сделана через Ригас нам Парвалднекс, да? И вот такая волокита. Может, вы можете подсказать телефон фирмы, которая меняет и вентиля, эти краны, перекрывающие воду, и вот верификацию делает? Можете подсказать такую фирму? Павел, ты что, можешь сказать что-то? Что-то я вас плохо слышу, громче там говорите. Я могу сказать, мне очень трудно комментировать, в чем у вас проблема. Возможно, у вас проблема в том, что стояк невозможно перекрыть, поэтому и дом невозможно перекрыть. Поэтому стояк. Извините, сначала надо вызвать водоканал, чтобы он отключил весь микрорайон, а после этого можно поменять... Снегс, да, так и сказал, что они дадут... водоканалу, или как он называется? Ну, это, техническое да? состояние вашего дома, я вас поздравляю, его комментировать нельзя, а его нет. Из-за наберите этого мне, наберите, Сергей, наберите мне после эфира, вот радиослушатель, пожалуйста, и тогда уже точно уточним ваш адрес и что у вас там произошло. Да, человек повесил трубку. Я напомню, что телефоны в нашей студии 67212-939, 67213-939. И также можно писать нам, писать на WhatsApp 2-300-6191, 2-300-6191. Здесь тоже приходят нам письма и пишут так. Значит, РНП закончил 2020 год в минусе. Работают в фирме 2407 человек, обслуживая 4000 домов. Это один человек на два дома. Убыток минус 5 миллионов. Но вот просят прокомментировать, я понимаю, вот эту информацию, все ли это здесь изложено верно. Ну, по количеству людей это указывается в годовом отчете. Сколько людей работает, сколько работников работает в компании. И там есть также и годовой отчет, да, там финансов. Скорее всего, если там убытки 5 миллионов, в мое время так не было, в мое время все время компания работала с небольшим плюсом, тогда это, наверное, признание тех денег, которые удержал у себя ПНБ банк. И, скорее всего, там выглядит, что эта история закончилась плохо. То есть правительство посчитало, что деньги жителей можно просто так вот взять и не отдавать. Ну, это политическое решение. Это, наверное, отражается вот на этих финансовых датах. Угу. И вот тут же здесь второй вопрос. Для уменьшения стоимости тепла в доме нужно следить за разницей подачи тепла в стояке и обратке. Если разница выше 10 градусов, нужно менять насос на более мощный. Как это оформить и сделать? Нужна ли для этого подпись 51% жителей дома? Ну, я сомневаюсь, что это технически оправданное предложение, именно что касается стояков. И технически достижимое, потому что когда начинается большая разница, это не проблема насоса зачастую, а проблема того, что жители понапихали, я извиняюсь за грубое слово, разного типа батарей с разной схемой подключения и так далее, и насоздавали на данном стояке препятствия для нормального потока теплоносителя. Это гораздо более часто. Так что начинать надо, наверное, не с циркуляционного насоса, а с обследования всех квартир, находящихся на это, питающихся от этого стояка теплом, и после этого устранить препятствие нормальному потоку циркуляции, а уж потом думать о циркуляционном насосе. А так, в принципе, для замены циркуляционного насоса нужны технические обоснования. То есть просто так вот сказать, что раз разница больше 10%, то поставив циркуляционный насос, мы что-то сделаем лучше, нет. Ничего не будет. Тем более сейчас
обычно циркуляционные насосы с электронным регулированием, и они там, их возможности регулируются в очень широких пределах. Так что я бы советовал, если у вас такая разница возникает, то, скорее всего, это проблема не насоса, а стояка. И если вы поставите даже более мощный насос, то все равно в этом стояке проблема замедления потока останется. А и, соответственно... Да, а как все-таки тогда получается проконтролировать все эти батареи, потому что понятно, что если человек своевольно там устанавливал какие-то несоответствующие стандартам, ГОСТам батареи, он вряд ли захочет и пускать свою квартиру, чтобы обнаружили у него такое. Ну, так и будем жить. Так и будем жить, потому что... Человек, тут отопительная система в многоквартирном доме – это коллективная система коллективного пользования. И никакие индивидуальные решения там не проходят. Они наносят тот или иной вред или нарушение всей работе системы. Пока люди не придут к разумному пониманию, что чтобы было тепло во всех квартирах, нужно в общем всю систему привести в порядок без исключений, отдельно особо одаренных собственников. Ну, так оно и будет. Ничего другого не сделаете. У нас телефонные звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, Анатолий. По поводу работы РНП. Я хочу сказать, что как в любой компании все делают люди. И в РНП, кстати, я с ними очень много часто работаю, так как являюсь там старшим по дому. А некоторые люди очень прекрасно работают. Допустим, в Золе тут есть электрик Сергей, очень ответственный человек, да? Дворники тоже прекрасные, но есть люди, которые в РНП абсолютно, ну, скажем такие, или безалаберные, или наглые. Вот есть сантехники хорошие, есть сантехники очень такие, знаете, я свою работу выполнил, и шаг влево, шаг вправо он вообще не делает. С точки зрения его обязанности, да, он может быть... Аварийная служба приехала, там отключила трубу и уехала. Но на самом деле человека попросили посмотреть, где подтекает. Он даже шаг влево не сделал, да. Мы сами посмотрели. Я понимаю, что он спешит и все остальное. Но отношение очень такое, знаете, негативное складывается у людей. А в целом для РНП надо очень четко, скажем, понимать и быть ответственным по работе. Потому что у них очень ужасная дурацкая система приема заявок. Они заявки принимают по трем источникам. Можно непосредственно обратиться в сервис, ну, информационный, где у них есть. Они там принимают заявку. Можно по телефону ее подать, можно написать на электронную почту. Проблема в том, что нет обратной связи. И никогда не знаешь номер своей заявки, потому что они его не могут сообщить тебе на e-mail, не приходит подтверждение, что заявка у вас принята и обработана. И о выполненном результате ты тоже можешь только узнать, если там как-то проконтролируешь. Если это можно визуально проконтролировать, хорошо, но если ты что-то другое подал, там какие-нибудь трубы подтекающие, ты не понимаешь, сделали или не сделали. То есть это бы надо было бы очень улучшить. И мне теперь вопросы такие. По поводу, скажем, тех же котов и птиц в районе. Может, конечно, это не РНПшная проблема, но, может, они просто в курсе. Допустим, в Золе Туди, в Имонте, там очень много развелось чаек. Спать невозможно. И плюс коты, которые живут в подъездах, в подвалах, разносят блок. А я понимаю, что это животные, но их как-то можно сделать, потому что дезинфекцию делают, а блоки остаются постоянно. Вот эту проблему как-то могут поднять, потому что мы не знаем, что с ними делать. Спасибо. Спасибо большое, да. Ну, по поводу первой части того, что сказал радиослушатель, любое домоуправление будет успешным, если оно сможет установить надежную и понятную систему коммуникации со своими клиентами, если его персонал будет квалифицирован. Это проблема не только РНП, это проблема любого домоуправления, в том числе часто, зачастую хромает коммуникация. То, о чем говорил, что нет обратной связи или нет достаточно четкой реакции на обращение и качество работы персонала, его психологическая устойчивость, стрессоустойчивость – это тоже очень важный фактор. Так что здесь всем надо работать, и тут я полностью, ну, только могу сказать, да, так оно и есть. Это проблема для всех. А насчет животных, ну,
Я придерживаюсь точки зрения, что есть домашние животные и есть дикие животные. Дикие живут в природе, домашние живут в квартире. А вот тот промежуточный вид животных, который у нас есть, давайте пожалеем и пустим в подвал, это вещь недопустимая, на мой взгляд. На самом деле с котами я не знаю, не могу дать никаких советов, потому что обычно котов прикармливают и разводят люди. Люди, которые живут в этом доме, возможно, их там один человек, а может быть два, и начинается раскладывание корма вокруг дома. Ну, все известные вещи. Коты переносят, это естественно, что коты переносят дом. Так что здесь надо начинать, наверное, с людей и попытаться им объяснить, что все-таки их так называемое удовольствие или их забота, это наносит очень большие неудобства окружающим. С птицами я не знаю, как решать вопрос. Я даже комментировать не берусь, потому что чаек развелось в городе немерено. Живут они по двум причинам. Потому что они могут питаться с помоек. И второе, то, что их кормят опять-таки люди. Зачастую видишь, как здоровая чая, морская чайка сидит на подоконнике и долбит клювом в окно, потому что хозяйка там или хозяин задержались с питанием. Все это летит на улицу, ну а дальше последствия известны. Скорее всего, чтобы ушли эти нежелательные животные, нужно прекратить их, перекрыть им источники питания. Они вернутся в свою естественную среду. Ну а насчет насекомых, чтобы вытравить насекомых, это не одноразовая акция. Это нужно постоянно 3-4 раза подряд через каждые 2 недели проводить дезинсекцию, но это очень дорогое удовольствие. Угу. У нас продолжаются звонки. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте еще раз. Вот посоветую с котами. Знаете, таких людей, которые только вот коты, вот крысы, вот мыши, а сами совершенно ничего не хотят делать. У нас тоже в окраине здесь было столько котов, что действительно темная тьма. Просто, ну, опять, до этого почему развелись коты, я знаю, в нашем доме, потому что травили, не травили крысы и мыши до 5-го этажа осенью, это забирались, и тут даже детей рожали на кухне, вот. Потом завели котов, но их тоже действительно, они размножились столько, что уже тоже не знаешь. Но опять никто ничего. Надо заняться, потому что есть, я думаю, что программа Рижской думы тоже еще есть, что стерилизация бесплатна, вот. Но это надо кому-то заняться. Ну, есть такие частные лица, которые ловят этих котов. Естественно, это надо заплатить. Но платить мы же тоже ничего не хотим. На что нам хватает денег, на это нет. И у нас сейчас от этих котов остались только 3 кошечки. Мы их специально держим действительно, потому что эти все, знаете, дезинфекции, и все это ничего не помогает. И мыши, как они были, так они есть. Но пока вот эти кошечки, мышей у нас нет. Вот и что лучше, так сказать, коты или крысы и мыши. Но я говорю, люди сами совершенно пальцами о палец ничего не хотят сделать, чтобы эту проблему решить. Спасибо. Спасибо. Комментировать тут нечего, я так скажу одно, сытая кошка ловить не будет. Прикормленная. Она будет играться, но ловить она не будет. Поэтому здесь выбирайте сами, что у вас, что вам важнее. Еще один звонок сразу. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. При всем уважении господина Сидорко, я хочу ему возразить. 15 лет мы занимаемся во дворе подкармливанием кошек. Очень тесно связаны с клиникой Бейнарда. Живем в Зепниковсе, где с 3 сторон подступает лес. И я хочу сказать, что, во-первых, кошки блок не разносят, они их на себя собирают. Это еще с древности известно. Во-вторых, подкармливаем мы их только сугубо в зимнее время, когда им невозможно из замороженного мусорника что-то достать. И в-третьих, кошек надо уважать. Они никакие болезни вам не приносят, не разносят.
потому что они заняты своим делом. У меня коты, живущие в квартире, вот эти инвалидов я подбирала, они сытые, но они прекрасно ловят больных птиц и крыс приносят к подъезду. Спасибо. Да, спасибо. Ну, вот опять-таки защитники животных, кошатники. Ну, я понимаю защитников да. животных, сразу скажу, да держите вы в квартире хоть тысячу. Но когда вы начинаете делать это вокруг своего дома, вы просто-напросто не ко мне обращайтесь. Обратитесь к своим соседям, а всех их устраивает. То, что коты собирают на себя блох, абсолютно верно. Но потом блоха – это такая субстанция, которую очень любит потом менять хозяина. И, как правило, меняет его через песок. И попадая, допустим, в подвал или в песок, блохи с этой кошки спрыгивают. Но это поговорите с зоологами, не надо меня здесь убеждать. Я могу сказать так. Люди должны жить в доме, животные должны жить в лесу, птицы летать в небе. Когда мне говорят, что вот они больных птичек ловят, да, конечно, ловят. Так вот вы заметьте, я не знаю, может быть, у меня неправильная память, но что-то по сравнению с моим детством, я не вижу того разнообразия птиц в городе Риге. Остались чайки, коты, воробья и то уже редко увидишь. Голубей практически нету, остальных птиц тоже не видно. Куда-то они подевались. То есть все разнообразие птичьего мира и, скажем, другого мира, оно поменялось на два вида. Бакланы, да, кошки. Поэтому я не зоолог, я не буду говорить. Я человек, который отвечает за санитарное состояние домов. Я знаю, что дикое животное, которое может испражняться в подвале, это нечисто. По крайней мере, возможно, мне эта дама не возразит. Возможно, все-таки кошачья моча и фекалии не являются благородным продуктом. Угу. Сразу же еще один звонок. Доброе утро. Еще раз, господин Сидорко, да. С тех пор, как у нас коты в подвале, нет у нас мышей. И соседи никто не возражают, потому что все настолько насытились от этих крыс и мышей в свое время. Вот. Нет, вот ни одной мыши никогда, если которая залезет, она сразу, так сказать, ее уже нет. И даже крысы не живут. Коты крыс не ловят, но вот крысы тоже, наверное, раз там коты. Ну, конечно, еще раз говорю, для этого не надо 10 котов. Там даже 2-3 кота и достаточно. Вот так что не согласна я с вами тоже. Вы просто этого тоже не знаете. Я прошу прощения, я поздравляю вас и ваш дом лично. С этим вопросом. У меня есть просто маленькая скромная практика. В отличие от вашего дома, где вы решили разводить котов, у меня очень простая ситуация. Я обслуживаю больше 30 домов, и ни в одном нет ни котов, ни крыс, ни мышей. И блох тоже нет. Но, значит, есть другие способы. Я с вами спорить не собираю. На каждое мнение не найдешь ответа. Но я могу сказать так, что есть совершенно четкие техники и технологии, которые позволяют обходиться без неприятных соседей, без разведения других проблем. Да, тут пишут еще, и нам на СМС приходит, в доме полно мышей и куча котов возле дома. Ну вот, говоря о том, что кошки ловят мышей. А еще один слушатель пишет, я часто видел, как вороны убивают синицы скворцов. Да, ну и вот, кстати, сегодня утром, проходя мимо, вот рядом, кафешечка такая рядом с художественным музеем, там просто сидела чайка и терпеливо ждала, пока ее покормят. Ну, то есть даже не терпеливо, я бы сказал, нахально заглядывала в окно и чуть ли не стучала вот клювом, требовала, чтобы ее покормили. Да, здравствуйте, доброе утро. Извиняюсь, я второй раз звоню. Господин Сидорко, хочу сказать, птиц очень много разных. Мы вечером выходим слушать соловьев, они буквально на краю нашего дома обосновались. А с другой стороны дома 1000 скворцов щебечут всю ночь, люди тоже хватаются за голову. Птиц очень много. Это во-первых.
Во-вторых, насчет кошек. Мы их не разводим, поймите вы нас правильно. Это люди, которые уезжают и покидают Латвию, они выкидывают, потому что ни один приют кошачий не помогает людям. Он либо за деньги берет котов, либо вообще не берет, отказывается. И куда их деть? Вот они у нас и приживаются во дворах. Но живут-то, простите, они недолго. Это всего один год жизни кошки на улице, если она не приписана к какому-то подвалу. Так отчего их меньше не становится? При такой тяжелой жизни. Почему эту проблему постоянно поднимают? Я бы не хотел здесь вступать в дискуссии с любителями кошек, я честно скажу. Мало ли кто чем увлекается. Но на самом деле, я еще раз повторяю, что надо не создавать проблемы других. Ну, то есть подвал является местом общего пользования, и здесь место необходимо... для хранения вспомогательных вещей и технического обслуживания. Там не место ни животным, ни блохам. Это не было предусмотрено. Это первое. Второе, когда начинается кормежка, ну, бывают вещи, как звонит дама, да, я с уважением отношусь к таким людям, они покормят, потом уберут всю эту пищу, потом еще прибирают эти места прикорма или проживания этих кошек. Да, есть такие люди, я не про них говорю. Я говорю про то, что в общей массе выходит бабушка, дедушка или мальчик, я не знаю, там не хочу ни на ком акцентировать, берет рыбку, разбрасывает ее, а еще чаще из-за кошки кидают. Ну, кто чего съест, остальное полежит. Там или корм сухой и так далее. И это массово. Либо начинают плошки расставлять, а потом зимой открывают настежь двери подъезда, заходите, все котяры, которые есть поблизости. И начинают кормить там. А кота, кот это все-таки не человек, он не постучится выйти вон. Он свои... Ну, не буду дальше. Давайте лучше поговорим о людей и нужд людей. Есть хорошая новость. 5 августа Сейм принял изменения в законе о квартирной собственности. Сейчас можно будет легче установить необходимые подъемники для инвалидов как снаружи дома, так и внутри. Если до этого нужно было собирать, скорее всего, самому инвалиду каким-то образом 51%, тогда сейчас эту норму поменяли и сказали, что просто инвалид информирует или кто-то, кто проживает вместе с ним, что есть такая необходимость разрабатывать техническую документацию, и таким образом он может себе установить необходимые или самоуправление, необходимые приспособления, чтобы поднимать свою квартиру. Да, вот давайте... Будем думать о людей в первую очередь, да, и вот эта позитивная новость особенно для людей с особенными потребностями. Да. А скажите, то есть получается теперь достаточно просто обратиться в... Куда нужно обратиться? В домоуправление или в самоуправление? Ну, техническая документация разрабатывается идентично, как она была, то есть вы должны показать, что вы там собираетесь установить и каким образом, да, то есть должна быть какая-то хоть простая схема, это бувал, да, вы должны подать эту документацию, но вот это изменение, самое главное, что до этого, если у вас даже было техническое решение какого-то подъемника или пандуса, да, как вы хотите заезжать или есть необходимость заезжать в свою квартиру, тогда сейчас облегчена юридическая процедура, она замещена процедурой информирования всех остальных жильцов. Вы, ну, если вы жилец, у вас есть владелец квартиры или живете вместе с инвалидом, тогда вы просто информируете домоуправление уже будет информировать даже всех остальных жильцов. Да? То есть вам не нужно больше никому бегать и собирать росписи, да, для того, чтобы вот, установить такого рода пандус или подъемник для инвалида. Еще вот один вопрос, тоже все-таки не связанный с другими проблемами. Может ли проводить домоуправление какие-то ремонтные работы? Так, если дом перешел в другую управляющую компанию, и вот что, как проконтролировать, я понимаю, что проконтролировать накопленные деньги на ремонт, если от одной компании ушел дом в другую? Так сформулирован вопрос. Ну, в момент передачи.
в момент передачи. Вообще-то по закону ежегодно управляющая компания должна отчитываться перед собственниками квартиры об использовании средств финансовых и материальных, если такие были переданы в управление управляющей компании. То есть обязательно необходимо отчитаться об использовании накопительного фонда, это выскоем фонда, и каждый год должны быть предоставлены отчеты о том, сколько за прошлый год было накоплено денег, сколько было израсходовано и куда были израсходованы. Это требование закона. Значит, соответственно, если происходит между отчетными периодами этот переход, то управляющая компания, которая солидно себя ведет на рынке, она дает отчет на момент передачи, сколько, что, куда, где. Здесь не должно быть проблем, по сути дела, с точки зрения правового регулирования. Как уж происходит в жизни, ну, это уже другие вопросы. Я думаю, что радиослушатель, скорее всего, имел в виду то, что есть уже определенное голосование, переход в другую компанию. Там обычно 1-2-3 месяца между этими процедурами, и предыдущая, скажем так, или теперешняя компания, от которой уходит, вдруг начинает проводить всякого рода работы, ну, скорее всего. Вот да, такая да, ситуация, здесь, вот, значит, здесь да. Продолжение вот как раз вопроса было, что если вдруг вот эта управляющая компания начинает проводить ремонтные работы в доме, который уже перешел в другую управляющую компанию, чтобы списать накопленные на ремонты деньги и не передавать их в новую управляющую компанию. Вот что делать в такой ситуации? Юридически получается так, что в тот момент, когда владельцы квартиры решают про передачу управления другой управляющей компании, юридически это звучит так, что они отзывают свои уполномочия теперешней компании и передают свои уполномочия следующей компании. С момента, если это правильно сформулирована запись, тогда с момента, когда они принимают и отзывают, и говорят, сейчас передавайте дела, значит, у них нет права больше уже делать какие-то либо ремонты, да, но нужно смотреть, с какой компанией, на какую передавалось, потому что если, например, это была РНП, до сих пор у них, как вы знаете, выставляются сметы на весь следующий год, и по закону они вправе делать эти работы вот в тот период, пока они являются управляющими. Тогда конкретно нужно разбирать ситуацию, когда было решение, какое решение и когда какого-то рода либо работы были начаты, но их просто нужно останавливать, эти работы, и все, потому что они уже не имеют права тратить ваши деньги. Нужно передавать неистраченные деньги уже новой компании или обществу. То есть, немножко дополню Айвера, значит, позаботьтесь о том, чтобы в момент, когда вы приняли решение о том, что меняете управляющего, напишите, пожалуйста, выписку из своего решения о том, что больше старый управляющий не имеет права ни заключать договора на ремонт, ни тратить деньги. Но учитывайте при этом один момент. Бывают случаи, когда, допустим, договоры работы планируются заранее, заключаются контракты, проплачиваются авансы, а работа начинается, ну, по графику, скажем так. И вот здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не попасть под какие-то штрафные санкции, если вы начинаете отказываться от уже заключенных контрактов. Угу. К сожалению, вот я смотрю, что просто время нашей программы завершается. Вряд ли мы, наверное, успеем какой-то вопрос еще рассмотреть. Но я хочу сказать, что те вопросы, вот, которые остались у нас в WhatsApp, написанными, пришли в виде смс-ок, мы обязательно озвучиваем в следующий понедельник. Спасибо большое. Сергей Сидорко, Айвер Гонтарев отвечали на ваши вопросы, комментировали, объясняли. И до встречи в следующий понедельник. Это была программа «Добро пожаловать». Всего доброго. До свидания. Радио Болткома.